Все, забудь, они пришли. Здорово, Майк. Нам два Гиннесса. Одну секунду, надо в подвал спуститься за новой бочкой. Редж, Рон, у Ричардсонов образовалось срочное дело, вами займемся мы. О, это лишнее, спасибо, но хозяин уже пошел за пивом для нас. Ничего, если я сам себе кружечку налью. Что это? А ты как думаешь, петушила, это ствол? Это не ствол, это гребаная скалка. Вы из передачи «Веселый пекарь»? Вам она для чего? Испечете мне пирог? Или споете песенку? Посчитайте, сколько свечек я задую. Я сюда приперся, чтобы нормально пострелять. Ждал нормальной перестрелки с нормальными мужиками. Как полковник Кастер и Джеронимо. Вы про них не слыхали? Вы нацепили на себя передник и печете свои сраные пироги, так ведь? Рэйф, они пригнали к нам сюда стадо долбанных педофилов. Дай мне пройти, срань. Отвали. Пошел с дороги, урод. Тоже мне гангстеры сраные. Ублюдки хреновы, я шел на перестрелку! Как в вестерне. Макаки! Вашу мать, только время отняли! Кучу времени у меня отняли! Похоже, братишка тебя бросил. Да не, просто вы его разочаровали, он психанул. Глядите, в нем полно железа. Подожду немного, надо, чтобы осело все. Чарли Ричардсон велел, чтобы мы у вас старушек не жалели, Рэч. Так и сказал. Очень трогательно. Ладно, слушай. Когда в следующий раз его увидишь, передай, что я сказал. Мне насрать на него. Запомнил? Мне насрать на его брата, да? И на их жирного Джорджа Корнелла мне тоже насрать. И на тебя насрать, а? Пошли вы все в задницу, мне на вас насрать.